Это столько тараканов. И при этом тараканов, блин, ну их за ногу. Гляньте, какие тараканы, ё-моё. Не маленькие. Они, конечно, не кусаются, но приятно вообще, вообще не интересно тут. Никак. Вот. Значит, экологически чистое место. Донецк. Чтобы оно было покойно. Донецк, да. Ух ты. Чтобы они не кашляли, заразы. Это всего лишь потемнело. А вот, вот они там в траве бегают. И так далее. То есть просто вот потемнело, и они просто вылезли. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Быстро! На! Сейчас, сейчас. Жесть! Чего творится-то, а? Это все тараканы. Казалось бы. Божьи твари такие, а? Многовато, однако. Однако многовато. Вот один тут заблудился. Вот еще один заблудился. И вот тоже тут притаились. А ну давай показывай. Кукараны. Ну ты что? Кость, дихлофос есть? Да нету, в том-то и дело. Ну сколько их? Попустите сюда. Не, в машине нету. Ну вот тут их много. Тут их вообще-то дохренище, скажем культурно. Чтобы не сказать громко. Вон сколько я тут их. Нашествие тараканов. Вот так. Бывает. Вон они. Вон они бегают. Очень много. Тут их сотни. Вот просто вот и тут, и вот тут. Как бы везде. Ну вот. Даже вот просто. Вот просто стена, на которой очень много таракашек сидит. Нету. Смотри, Кость, глянь. О. Дырка лишь. Глянь, вот они везде. Кошмар, кошмар. Я вообще нашествие, нашествие, капец. Короче, у меня в подъезде их валом. Хочешь, если зайдем, там их 40 штук мертвых валяется уже. Никто никого не травит, никто ничего не делает. Глянь, они тут живут, как хотят. Ну, коммунальные службы должны заниматься этой всей чепухой. А ну, сиди сюда. Не, понимаешь, ну пасть. Вон они, конечно, тут бегают, красавцы. Кошмар, вон. Это тараканы. Блин, и при том не маленькие, но сантиметра по 3-4 размером. Как, скажи мне, как они живут? Зачем, что они живут такого? Как, ух ты, можно вот это вот возьму? Ух ты, блин, ух ты, ух ты. Извини, так получилось, что ты просто попал. Нет, меня не уйдешь. Кость, тут их... Ты когда проехался, так захрустело. Да ладно их мочить, слушай. Да давай, давай, сети быстрее. Давай, сети. Ля! Ля, ёптвою. Ну ты проехался, короче, вон, глянь, тут, сука, тут их сидит. Кошмар. Нашествие, короче, инопланетян. Подожди, такого не было, я считал, заставил машину, всегда здесь стою. Ну, видимо, сейчас вот понеслась. Это шо? Жара в хату.
Ёханый бомбир. Прикинь, да? Не, вот посмотри, что это. Ужас. Открыл мне. Ужас, глянь. Блин, они мигрируют. Прикинь, что делается? Тихо. Тихо, я сказал. Кость, они не кусаются. Вот, смотри. Там, два или три. Не понял, я это патологически ненавижу с детства. Дихлофос, Кость. Большой дихлофос. Пузырь дихлофоса и все. В туалет ночью, потом бац, вот такой один. Допустим. Вон тут покойничек лежит один. Да не, он живой, ты чего? Живой? Ну так. Ну, да. Ты же знаешь, что делать. Он живой, ты чего? Прикинь, тут их много, жесть. О, нет, носорог. А. Ну, носорогу надо помочь. Пусть ползет. Вот такие дела, блин. Что делать-то, а?